прочесть свежий номер «Таймс» в образе английского лорда, примерить на себя роль великого сыщика или почувствовать себя гангстером из Чикаго с пачкой долларов в руках. Все эти метаморфозы сегодня были доступны иркутянам. Докажем это прямо сейчас. Книги и библиотеки – это совсем не скучно, а очень даже интересно. Решили доказать в Иркутске и устроили необычную акцию. На ней, например, можно было примерить на себя образ любого книжного персонажа, скажем, Шерлока Холмса или дамы из «Великого Гэтсби». Читаете вы обычно нашу российскую газету, читаете ее, да, берете, столики? Я фотографировалась. Очень было интересно. Много всяких нарядов можно надеть на себя. Вообще, я когда-то в детстве мечтала сама стать библиотекарем. Мне очень нравилось читать книги, и я читала их с удовольствием, с большим. Вот. И сегодня мы приехали сюда со своей внучкой. Конечно, надо, чтобы дети обязательно бывали. И в библиотеках не просто бывали, а чтобы и акции такие проходили. Это интересно. Открываете, берете бумажку и читаете, что вам умный человек в умной книге сказал. Давай расшифруем твоем. Вот все, что ты делаешь, нужно сначала подумать, прежде чем сделать. Книги не только источник знания, но, оказывается, еще и способ гадания. Вот здесь у нас есть на выбор три книги: «Карьера», «Любовь» и «Просто будущее». Давайте посмотрим, что мне предрекают. Заслужить счастье – значит трудиться ради него и делать что-то хорошее, не спекулировать и не бездельничать. Лень лишь кажется приятной, труд дает удовлетворение. Ну что ж, я сейчас как раз работаю и получаю удовлетворение от своей работы. Алена Полоненко, Михаил Гузин. Новости по будням.